потеряли нашу кошку! Ее зовут Фантазия! Нет, ты нам нравишься! О, у нее котята! Что? Какие милые! Давай-ка ставим! Оу, нет! Нет, ну, может быть, не надо! Да-да! Им нужен дом! Нет-нет-нет! Это неправильный домик! Пойдем? Хорошо, жди здесь. Ура! Мне нравится. Вот еще. Пора играть. Это тебе. Нет. Нам не нравится. Нет, нет, нет. Вот игрушки для кошек. Да, да нет. Мяу. Нет, вот кошачий туалет. Ну ладно. Время для салона красоты. Это девочка, а это мальчик. Нет, 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 нет! Это не для кошек! Вот это еда для кошек! Хорошо! И водичка! Им нужны имена! Предлагайте имена в моем инстаграме. Настя, проснись, проснись, проснись. Что случилось? 50 миллионов подписчиков сегодня. Ей! Нужно устроить огромную вечеринку. Я приглашу моих друзей. Давай сделаем это. Thank you.
ведь люди с 3 миллионами подписчиков на Ютубе. Спасибо большое! Мороженое! Мороженое! Кто хочет мороженое? Я! Хорошо. Тебе. Тебе и тебе. Спасибо! Спасибо! Окей. Ребята! Нет-нет-нет! Ты! Дети, пора кушать! Еда! Торт! Ей! Радуга! Вау! Браво! Дай 5, ребята! Мой любимый. Вообще. Настя, время обедать. Хорошо. Thank you.
лучше? Я очень плохо себя чувствую. Что случилось? Что случилось? Нет, нет. Не паникуй, папа. Фу, хорошо. Кажется, я заболел. Ура! Теперь я доктор! Бургер! Где мой бургер? Может, птицы? Пойдем. Поехали! Ями! Пицца! Пицца! Моя пицца! Пицца! Ты!
Нет, 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 нет! Игуаны! Пойдем. Поехали! Стой! О! Ягоды! Спокойной ночи, Настя. Спокойной ночи, папа. Нет, нет, пожалуйста. Ладно, ладно. Ладно. Спасибо. Я боюсь темноты. О! Я держу. Я боюсь. Не бойся. Вау! Вау! Тебя. Хорошо. Не волнуйся, это твоя кошка. Смотри. Очень весело, я попробую. Это собака. Это динозавр. Пора спать. Нет, теперь я не боюсь темноты. Хорошо.
О! Маски, маски! Продаю лучшие в мире маски! Маски на любой вкус и цвет! Выбирай маску! Привет! Здравствуйте! Выбирай любую! Вот это очень популярное! Хорошо! Не-не-не-не-не! Сейчас дам другую! О, я знаю! $1 Пока! Мне нужна маска. Хорошо, хорошо. Как насчет рождественской маски? Нет. Может, с собачкой? Хорошо. Смотрится отлично. Просто замечательно. Нет. А может, вот эту? Пока, пока. Ага. Если ты в кафе или что-то ешь или пьешь, маску носить не обязательно. Ладно. Заходите, заходите. Я потеряла моего щенка. Это тебе! О, спасибо! Пока, пока-пока! До свидания! Ребенок! О! Это ваш ребенок? Это мой ребенок. Ну уж нет.
Здравствуйте, это ваш ребенок? До свидания. О! Это ваш ребенок? Я проверю. Один ребенок. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. А, где мой ребенок? Так это ваш ребенок? Да, да, это мой ребенок. Хорошо, извините. Это сюрприз для тебя. О, спасибо. Помогите! Помогите! Помогите мне! Помогите! Спасите меня! Помогите! Кому-то нужна помощь! Спасите! Помогите! Помогите мне! Я помогу тебе! О, горилла! Ух, я тебе! И вот еще! Ну, горилла! Спасибо тебе большое! Это тебе! Спасибо! До свидания! Такая милая! Папа, поиграй со мной! Поиграй со мной! Поиграй со мной! О, хорошо! Садись! Я не хочу в эту игру играть. Я хочу играть. Моя подруга русалка. Привет, приходи ко мне, приходи ко мне. Пока-пока. Фух, нет. Эльза. Привет, приходи ко мне, приходи ко мне. Отпусти. Привет. Вау. Давай поиграем в салон красоты. Поем. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Пожалуйста, хватит, хватит. Поиграем в другой раз. Хорошо.
Не-не-не-не-не. Аврора. Аврора, привет, приходи ко мне. Пока. Привет. Привет. Может быть, макияж? Хорошо. Какая хорошая кровать. Проснись, проснись. Пожалуйста, иди домой спать. Окей. Нет времени спать. Солнышко, приходи ко мне, приходи ко мне. Привет. Привет. Я принесла кое-что. Макияж! У меня есть что-то получше. А, мыши, мыши! Мыши! А, мыши, мыши! Золушка, иди, пожалуйста, домой. Хорошо. Пока. Я хочу играть. Кто это? Привет, Настя. Привет, Эвелина. Давай делать макияж. Наконец-то! Сегодня я буду хорошей! Шоколад! Хороших дел! Конфеты! Дай мне, пожалуйста! Нет! Мои цветы! Где мои цветы? Нету! Открой рот! Нету! Ну ладно! Я люблю шоколад. Можно мне, пожалуйста? Нет, 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 это мое. Где мой шоколад? Mm-hmm.
конфеты. Я буду их стеречь. А! Где мои конфеты? А! Нет, нет, нет. А почему? Ты должна делиться. Это только для хороших детей. Хорошо, папа, я буду делиться. Хорошо, это тебе. Ей! Давай поиграем! О, я знаю, что делать! Эй, Кэт! Хорошо, следующее слово! Пожалуйста, помогите! Помогите! Что это? Я знаю! Верно! Неверно. Нет, 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 нет! Пока-пока! Следующая игра. Хорошо! Мое лицо! Угадай букву! Окей. Я знаю. Правильно. Ей! Следующее слово. О, нет! Фу! Какая буква здесь должна быть, дорогуша? Что я должна сделать? Не знаю. Эй или И? Правильно! Следующее слово! Следующее слово! А, это слишком легко, я знаю. Д! А где папа? Ха! Я здесь! Папа, ну?
Хорошо, хорошо. Я еду в путешествие. Куда же я поеду? Вау, Франция! О! Привет! Здравствуй! Попрошу! И твой рюкзак! Хорошо? Стой! Мне нужно проверить. Хорошо. Можно проверить, пожалуйста? Хорошо. Нет, нет, нет. Почему? Такие правила. Хорошо. Следующий. Привет. Паспорт, пожалуйста. Я забыла свой паспорт. Нет паспорта, нет путешествия. Хорошо, хорошо. Следующий. Следующий. Вот, вот, вот мой паспорт. Куда направляешься? Во Францию. Цель визита? Отпуск. Хорошо. Следующий. Франция – замечательная страна. Ее столица, Париж, известна своей знаменитой Эйфелевой башней. Это страна моды, красивых кафе и вкусной выпечки. Французские вкусняшки. Поехали в следующее путешествие. Северный полюс, но там холодно. Мне нужен чемодан и зимняя одежда. Полярный медведь. Слишком тяжелый. Нужно что-то оставить. Мне это не нужно для Северного полюса. Мне это не нужно. Порядок. Все хорошо. Проходи. Спасибо. Следующий. Привет. Хорошо, проходи. Спасибо. Следующий, следующий. Северный полюс – это земля бескрайних сияющих белых пейзажей, где можно найти крупнейшие айсберги на Земле. Это дом больших белых полярных медведей. И, конечно же, тут всегда очень холодно. Хороший подарок, я его куплю. Ой, ой. Вау. О, еще один.
следующее путешествие. Африка! Там очень жарко, нужна панамка и солнечные очки. Привет! Привет! Что случилось? Давай проверим. В Африке очень жарко. Мне нужна вода. Много воды. Нет, нет, нет. С едой и напитками нельзя. Можешь взять только одну бутылку. Но очень жарко. Хорошо, я знаю правила. Прошу. Спасибо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пока. Окей, порядок. Следующий. Что случилось? Ты преступник? Нет, 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 нет! Смотрите, смотрите на меня! Ладно. Иди. Я не бандит. С ее пирамидами, пустыней Сахара и рекой Нил Африка определенно очень интересный континент. Нельзя забывать, что в Африке также можно отправиться на замечательные сафари и посмотреть на очень интересных зверей. Привет, я могу это купить? Да. Спасибо, пока. Тигр, слон, обезьянка, ху-ху-ху. Жираф! Стойте, девочки! Сегодня день уборки! Ай-яй-яй-яй-яй! Вы что наделали, а? Что это? Сегодня не день игр. Сегодня день уборки. Смотри, смотри. Mm.
Опять что ли? Это что опять такое, а? Ну что это такое? Поможем папе. Ага, ага. Ой, как убирают, а? Молодцы! Теперь можете поиграть! Фантастик! Вот это твой рост. Сейчас проверим. О-оу. Ура! Нужно на шопинг. Есть шопинг. Ну вот. И это. Принцессы? Ну уж нет. Какая пижамка. Твои любимые. Ну все, идем, я покажу. Вот это, понимаешь? Хорошо. А теперь платья! Платьишки, 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 платьишки! Папа! Что? Что-что? А обувь-то маленькая. Шопинг. Шопинг, ура! О! Эл.
вот, смотри. Такие только на бал. Вот, смотри, крутые. И светятся. И вот. Вот, на каблучке. И сапожки. Ой-ой-ой. Может, такие? Не-не-не, рано еще. Хорошо. Минутку, хорошо, подожди. Папа! Папа! О, папа! Пойдем играть в куклы! Привет, привет, пап! Идем с тобой на вечеринку! Подожди минутку, пожалуйста. Подожди! Настя! 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 Стой! Это я! Настя, это я! Настя, это я, твой папа. Ха-ха-ха!
Настя! Упс! Папа! Опасно. Помогите, помогите. Дети не должны подходить к машинам незнакомцев или людям, которые предлагают им что-то бесплатно. Это опасно. Пока-пока. Ох, дети. Дети не должны подбирать чужие или незнакомые вещи. Почему нет? Помогите, помогите! Стой! Дети не должны подбирать чужие или незнакомые вещи. Дети! Может, это мой папа? Привет! Привет! Дети не должны открывать двери без присутствия взрослых. Иначе преступники могут попасть в дом. Нет, 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 извините, извините. Ух! Дети не должны открывать двери без присутствия взрослых. Иначе преступники могут попасть в дом. Уф, дети. Остановись сейчас же! Дети не должны играть на улице без присмотра взрослых. Кто-то постарше должен всегда присутствовать, чтобы защитить их от злых людей. Пока-пока!